Здравствуйте, я Юля Сайфан, художник. Сегодня я буду показывать вам процесс создания этого пейзажа, рассказывать о цветовой гамме. Итак, поехали. Ссылка на фотореференс находится в описании под этим видео. Я задумала пейзаж в теплом колорите. Показываю цветовой круг, чтобы было понятно, как сидят цвета. Это теплая сторона цветового круга. И в контраст немного синих и фиолетовых для падающих теней. Эти два эскиза меня не устроили. Не по цвету, а вот по композиции. Показалось, что по бокам сжаты деревья. И мне захотелось больше пространства вокруг. Я взяла горизонтальный формат и начала силуэта маленького дерева. Идея была в том, что маленькое дерево на переднем плане, большое вокруг него большим силуэтом, и вокруг есть все-таки воздух. Эскиз и конечная работа могут отличаться в итоге, потому что, переходя на формат, возникают разные вопросы, которые нужно решать. К сожалению, мне не удалось заснять это видео от начала и до конца, потому что у меня не хватило места на телефоне. Но я считаю, что основные аспекты я раскрою, и этого достаточно, чтобы, если кто-то захочет повторить, пожалуйста, пишите. Не забудьте мне показать свою работу где-нибудь в моих соцсетях. Есть в Инстаграме, в Телеграме, ВКонтакте и здесь на Ютубе. Небо по цвету нейтральное. Это серый, замешанный, может быть, зеленым, может быть, с каким-то желтым. На этом этапе я уже прорабатываю детали карандашами и восковыми мелками. Сегодняшнее видео подошло к концу. Спасибо, что были со мной эти 2 минуты. Не забудьте поставить лайк. Если понравилось, оставьте сообщение и подписывайтесь. До свидания.